Разные языки, разные культуры и уклад жизни. Однако с каждым годом между школьниками из Щелково и Хемера этой разницы становится все меньше. Дружба между городами-побратимами длится уже 26 лет, и каждый год проходят такие культурные обмены делегациями. Как всегда, теплая встреча. В этот раз юных гостей больше, чем обычно. 23 школьника и 3 учителя из немецкого города-побратима Хемер. Это не может не радовать, ведь в очередной раз доказывает, никакие события политики не могут отнять человеческого, настоящей дружбы и искреннего общения. Основное, для чего мы встречаемся, для чего мы обменимся делегациями, наша делегация едет в Германию, вы приезжаете сюда, это для того, чтобы мы смотрели друг на друга, понимали, что мир принадлежит вам, вам. Детям, которые со временем будут управлять этим миром. Все вы хотите, и мы хотим, чтобы вы были счастливыми, успешными. Но это возможно тогда, когда есть вот такая простая человеческая дружба. Когда мы понимаем, политика политикой, а люди должны все-таки иметь в этой политике главную, центральную роль. Их счастье для нас главное. Для нас интересно и очень важно наблюдать, как ребята строят свои отношения с представителями другой страны, России в данном случае, как они учатся друг у друга, как они друг друга обогащают знаниями, они посещают школы, уроки, смотрят на систему образования у нас, а наши у них, заводят отношения, заводят дружбу, переписываются, перезваниваются, это очень здорово. Ребята осваиваются в новом для них городе. Для кого-то это первое знакомство и с Россией. И отличный повод познакомиться с историей, культурой, особенностями обучения и, конечно, завести новых друзей в другой стране. Мы только подъехали, сейчас бросили взгляд вокруг. Отличается от нашего города, но впечатления хорошие. Мы хотим прежде всего познакомиться с русской культурой, о которой мы много слышали. Мы много ждем от встреч в плане культуры. Ну и другие. Получить много удовольствия от встреч с друзьями. Все это позволит сделать программу пребывания в нашей стране. Ребята из Германии посетят достопримечательности Щелковского района, заглянут в наши школы, конечно, побывают в столице. А выходные проведут в семьях ребят, которых они принимали прошлой осенью у себя на родине. Наталья Медведева, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Thank you.